Столичные богатыри продолжают победное шествие в первенстве высшей хоккейной лиги страны. Для сине-бело-красных шестой тур регулярки выездной. Подопечные Александра Протоповича гостят у курганского юниора. В первом матче после второго периода, ведя в счете 2-0, голы забили Максим Приступлюк и Александр Бирюков, чебоксарцы в третьем упустили инициативу и позволили местному юниору сравнять счет 2-2. Преимущество в одну шайбу стараниями Егора Парфенова хоть и было восстановлено тут же, однако заключительные 9 минут матча были достаточно нервными. Таким же нервным было и начало второй игры. К 14-й минуте богатыри умудрились отсидеть на скамейке штрафников 10 минут и пропустить одну шайбу. После наставлений тренера, полученных в перерыве, подопечным Александра Протоповича удалось взять нить игры в собственные руки. И как итог, победа 5-1. Лучшим в составе сине-бело-красных стал Максим Приступлюк, отметившийся голевым дублем и пасом. Интересные две игры. Что касается первой игры, то до финальной сирены не было ясно, чем она закончится. И здесь мастерство реализации голевых моментов у нашей команды оказалось повыше. Во второй игре очень много ударений со стороны той и другой команды. И здесь в первую очередь сыграло большинство. Мы неплохо оборонялись, и 4 из 5 заброшенных шайб забросили в большинстве. Две победы увеличили беспроигрышную серию богатырей до 11 игр. Будет ли продолжение? Узнаем сегодня. Наша команда проведет третью игру тура.